все чики-бамбони смотрим The Wasp. Польша. Ну, это про город, как я понимаю. Родина. This gravy poured from me, but it's over some use of trying and trying again. Till then you know just where the heart is, till the truth and nothing's in me. Сейчас, поднять. Как я понимаю, тоже она говорит о своем доме, то есть можешь жить там в светах этих софитов, где вокруг билборд, суета, а есть счастье вот есть где-то вот в родном месте, ты прожил уже довольно долго, там словно спокойнее, там ты более счастливый. Нет, там ты можешь быть счастливым. Вообще это грустно было, да? Ну, создается какое-то облако, которое ее поднимает. Ну, то есть, это, ну, мысли, так скажем, в этом городе, о ее родине, поднимают ее вверх, делают ее как бы более счастливой. Все просто. Мне кажется, она еще удивит. Мне кажется, она что-то заготовила. Пушечку. Вот. Даже держит микрофон, чтобы он не улетел, не дай бог, или не сломался от этих... Супер чисто. Хорошо. Ну все, пушку-то она расчехлила. Надеюсь, вы успели спрятаться, потому что все вот ностальгические пушечки могли настигнуть вас. Причем, скорее всего, настиг. Очень хорошо. То есть сначала было все грустно. То есть, словно она живет это уже в другом месте, и она там грустит. Постепенно, наоборот, словно потом идет какая-то часть уже более активная, словно возвращается обратно. И мысли о том, что она скоро будет дома, делает ее более чуть-чуть счастливее. И плюс идет как бы, ну, словно под эту песню, под этот, так скажем, таймлайн, да, этот музыкальный, можно собрать какую-то подборочку, ну, атмосферных там, переключений. И вот сейчас, словно в тот момент, когда она вернулась домой, и вот этот, словно вот это то дерево, которое вот стояло, тут до сих пор стоит, около него смотрится там, вот этот человек, который там все время тебе там, например, мороженое все время там продавал тебе, ну и все в этом духе, у тебя там все просыпается внутри, и ты вот кричишь от счастья. Вот сейчас это есть. Блин, надеюсь, там я тоже прочел, то а то будет фиаско. Ой-ой-ой-ой! Очень у нее красивый голос, очень такой прям чистый, то есть тут реально ангелок поет, то есть еще плюс она использует этот свисток, но я когда слышу подобное, то есть вот, забывание ангелочка, я не могу, я сразу делаю огромный респект и все, ты проходишь там дальше, следующий тур, ты победить, все, у меня так все работает, ну короче, вау, голос у нее реально чистит, прям вот прям красотища, огромная красотища. Сейчас, походу, там ангелы тоже сидят и собрались вот так вот. И смотрят по их голос. И болеют, так скажем, за свою диву. Желаем вам хорошего настроения. Всем пока-пока.